Печальная весть пришла 25 сентября 2024 года в среду о кончине великолепного человека, прекрасного актера, моего любимого Сергея, Романа Сергеевича Мадянова. Он родился 22 июля 1962 года в воскресенье. Младший сын, у него старший брат. Значит, Вадим Мадянов, к сожалению, тоже рано ушел от нас. В 57 лет. Это вообще очень мало. И вот на 63-м году жизни ушел Роман Мадянов. Братья друг за другом ушли с разницей 8 лет. Не стало воскресника. Я, как рожденный в воскресенье, очень близко это все принимаю к сердцу. Манера игры, талант, душевность, широта охвата, гармоничность, пластичность, напитанность образами, словами, речь великолепная. Вот такой талант ушел от нас. Рак легких. Четырехкратный лауреат премии Ника за лучшую мужскую роль второго плана. Двухкратный лауреат премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Фильм «12» великолепно сыграл. И за лучшую мужскую роль второго плана фильм «Левиафан». Талантище. Светлой памяти, Царствие Небесное. Дорогому Роману Мадянову. Не знал, вот образ помню, голос помню, где снимался, помню. Но сейчас актеров много, я фамилии не запоминал. И недавно стал вспоминать о нем. Вот у меня бывает такой просвет интуитивный. И потом раз какое-то событие с человеком происходит. И вот я узнал, что Романа Сергеевича не стало. Светлая память. И Царствие Небесное. Его отец режиссер на телевидении был, Сергей Вениаминович Мадянов. И он водил и старшего, и младшего братьев, показывал, как снимаются фильмы, готовил их к этой актерской профессии, ремеслу. Поэтому это видно было, чувствовалось, что Роман Сергеевич, он вот напитан. Для него играть было – это легкая форма спокойного общения, без надрыва, без всего лишнего. Остался сын Роман, единожды был женат. Значит, у себя дома в деревне его не стало, боярина Раменского района Московской области. И вчера, значит, сообщили, что именно сегодня, 27 сентября, в день всемирного воздвижения честного животворящего креста Господня, его погребли на кладбище в селе Малахово Раменского района Московской области. То есть погребение в такой великий день, в такой великий праздник. То есть зашел на крест, завершилась земная жизнь. Мне еще очень нравится актер его же типажа по манере, по пластичности. Это Борис Борисович Каморзин. Он в четверг родился, 10 ноября 1966 года. Очень люблю этого актера. Дай бог ему здоровья, жизни. Разница всего 4 года между ними, между Романом Мадяновым и Борисом Каморзиным. Шестидесятники. Рожденные в 60-х, высокосное десятилетие, эстетика, этика, пластичность, благодать, вот эта плавность. Прекрасные роли, обожаю его в сериале «Балабол», уже 7 сезонов, он там играет этого частного сыскаря, помните, стукача, с которым Балабол, значит, общается постоянно. Вот это Борис Борисович Каморзин.
Здоровья вам, Борис Борисович. Я аналогий никаких не провожу. Просто вот для меня эти два актера дороги. Один ушел, другому желаю долгих и плодотворных лет жизни. На этом на сегодня все. Спасибо, что выслушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео, комментируйте, делитесь своими впечатлениями. Жду на приеме, телефон указан. Жду донаты, голос сел, все уже. И до встречи. В воскресенье я подготовил для вас 8 новых видео про разных арестантов. И бывший мэр Сочи, и представитель Следственного комитета, и много-много других чиновников, которых уже арестовали, и которые ждут своего часа расплаты. До встречи!